Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Скидка до 50% на всю выпечку в пекарне «Добропек» с 19.00. Несмотря на вечные споры о том, кто же все-таки его изобрел, разумеется, мы за Попова, радио остается и по сей день одним из самых популярных средств массовой информации и развлечений. Сегодня в России отмечают День радио. Профессиональный праздник работников связи, радиостанций, радиосистем, ведущих и дикторов эфира, радиожурналистов. В Курске почти два десятка радиостанций. Не считая местного радио уездных городов региона. Для сравнения, в столице необъятной всего 57 станций. Несмотря на переход большинства радио в формат онлайн-вещания или даже параллельных видеоэфиров, ежедневно мы все равно слушаем радио. В маршрутке, в такси, в личном транспорте и даже в магазинах. Внутреннее радио супермаркетов какое-никакое, а тоже радио. И сегодня курские и не только гуру эфира поздравляют своих коллег через наш портал. Это наше радио Курск. И сегодня в День радио мы хотим поздравить всех наших коллег с профессиональным праздником. Я хочу пожелать, знаете что вам? Огромнейшего благосостояния, чтобы у каждого из вас был автомобиль, в котором вы бы слушали радиостанцию, дача, на которой бы вы, естественно, слушали любимые радиостанции, и теплая компания, в которой бы вы слушали любимые радиостанции. Добрый день, на связи Авторадио Санкт-Петербург. Сегодня день радио! Дамы и господа, радио – это особенный волшебный мир, который притягивает не только слушателей, но и радиоведущих, заставляет просыпаться рано утром и с улыбкой идти на работу. Всем коллегам легких эфиров, а слушателям, конечно, интересных радиопередач. Ура! И музыкальный редактор «Серебряного дождя». Поздравляю всех причастных. Люди, большое спасибо, что остаетесь с нами на FM-волнах и слушаете радио. Мы вместе на работе, в пути в салоне вашего автомобиля, дома, на прогулке. Надеюсь, вы в маске и перчатках. Реалии. Радио уже давно можно слушать и смотреть через приложение в гаджетах. Мы всегда оперативнее телевидения, печати, и мы не отвлекаем вас от разных дел. Пусть всегда будет радио. Ура! С праздником! За окном 7 мая, а значит, я поздравляю всех коллег с праздником, всех причастных к Курскому радиовещанию. С Днем радио! Да здравствует Попов! Дорогие коллеги из Соловьиного края, привет из северной столицы! Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником, с Днем радио! Желаю благодарных слушателей, кайфовых новостей и творческих успехов! С Днем радио! Дорогие мои коллеги, в этот чудеснейший майский день, День радио, хочу всем пожелать отличного настроения, позитивных эфиров, креатива. Ретро-ФМ Курск, Оля Хасид, всех с праздником! Мы присоединяемся к поздравлениям. Акция на десерты в пекарнях «Добропек». Пирожные «Наполеон» с малиной 49 рублей. Птичье молоко 49 рублей. Картошка 19 рублей. Эстерхази 45 рублей. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.